Всем добрый день, вы на канале Алиэкспрессия, и у нас сегодня очень актуальная новость. Китайский вендор Xiaomi презентовал премиальный смартфон нового поколения. Это флагманская модель под названием Xiaomi Mi 9, дата выхода 20 февраля. Производитель из Поднебесной также представил специальное издание Xiaomi Mi 9. Стоимость стандартной версии составила $445-$490 от зависимости от конфигурации памяти. Модель с прозрачной тыльной стороной оценили в $500. Давайте поговорим про внешний облик Xiaomi Mi 9. Спереди расположен большой экран, выполненный по технологии AMOLED. В него будет встроенный сканер отпечатка пальцев пятого поколения. По сравнению с предшественником, он может на 25% быстрее распознавать отпечатки. Дисплей имеет 6,39-дюймовую диагональ и разрешение Full HD+. Таким образом, Xiaomi Mi 9 – прекрасный вариант для просмотра видео. Максимальная яркость составила 600 нит. Есть режим для чтения, и темная тема позволяет снизить расход заряда аккумулятора на 83%. Вверху лицевой части находится небольшой вырез под камеру для селфи и датчики. По этой причине Xiaomi Mi 9 осталась без системы 3D распознавания лиц, которая была у Mi 8. Мобильный телефон Xiaomi Mi 9 получил прочный корпус, выполненный из стекла Gorilla Glass 6. Сзади установлена мощная камера в вертикальной ориентации. Xiaomi Mi 9 стал первым девайсом компании из Поднебесной, который получил три камеры на тыльной стороне. Стеклянный корпус позволит китайским инженерам реализовать поддержку беспроводной зарядки. Габариты Xiaomi Mi 9 составили 157,5 высота, 74,7 ширина и 7,6 мм толщина устройства. Теперь давайте перейдем к техничным характеристикам этого девайса. Xiaomi Mi 9 характеристики получил по-настоящему флагманские. В устройстве установлен лучший 7-нанометровый мобильный процессор американской компании Qualcomm. Речь идет об однокристальной системе Snapdragon 855. Она же появится в ряде основных конкурентов, таких как OnePlus 7 и Meizu 16S, например. Эта система на кристалле американского производителя уничтожает все остальные процессоры для Android-устройств в бенчмарках. Естественно, вычисляемых мощностей Xiaomi Mi 9 хватит для работы и развлечений, причем запаса производительности будет достаточно еще на несколько лет. В Antutu результат составил почти 388 тысяч баллов. В Xiaomi Mi 9 установлена оперативная память LPDDR4X частотой 2133 МГц. Смартфон будет продаваться в трех модификациях: 6 ГБ, 8 ГБ и 12 ГБ оперативной памяти. Флеш-память также используется флагманская UFS 2.1. В топовой модификации ее объем будет равен 256 ГБ. Но Xiaomi Mi 9 также предлагается 128 постоянной памяти на борту. В Xiaomi Mi 9 установлена мощная камера. Он идеально подходит для фото и видеосъемки и стал лучшим камерафоном в истории компании. В DxOMark он набрал 107 баллов и стал лучшим смартфоном для съемки видео. В устройстве установлен датчик изображения с 48-мегапиксельным расширением. Это Sony IMX586 с размером пикселя 0,8 макрометра. Он же появится и в Xiaomi Mi 9 SE. Кроме того, модуль получил телеобъектив на 12 мегапикселей и широкоугольный модуль с углом обзора 117 градусов и разрешением 16 мегапикселей. Видео может записывать 4К при 30 кадров в секунду. Фронталка получила сенсор на 20 мегапикселей и объектив с диафрагмой 2.0. Емкость аккумулятора составила 3300 мАч, что на 100 мА меньше по сравнению с Mi 8. Быстрая зарядка в смартфоне тоже предусмотрена, 27-ваттная. Xiaomi Mi 9 получил самую мощную в мире беспроводную зарядку 20 Вт. Из коробки Xiaomi Mi 9 обзавелся операционной системой Android 9 с графической оболочкой MIUI 10. Из прочего отметим необходимость поддержки кодеков ArtX, наличие чипа NFC и инфракрасного порта, а также отсутствие разъема для наушников. Вот такой вот супер флагман получился у Xiaomi Mi 9. Все цены на него вы можете найти в описании под видео. Так что ставьте лайк, кому понравилось, пишите свои комментарии. Мы вас ждем, до новых встреч, всем пока!